нам открывают самые потаенные двери и покажут что-то интересное. Благодаря нашим каналам, друзья, вы тоже увидите то еще, чего никто не видел. Наступила смотровая площадка. Ой, эти голуби. Ой, как они мне нравятся. Венценосные? Да, венценосные. Ну, сейчас представь, когда фламинго вот 40 штук посадим сюда, будет вообще другая картинка. Ждем, когда вот насосная система закроет и все. Эти много сидят, птицы носорога, обратите внимание там. Их очень много, на деревьях там, вот один вот сидит, вот здесь. Два вида есть. И посмотри, почему я посадил вот эти вот горлицы, послушай эти звуки. Вот здесь. Вот сейчас они начнут пить, вот ни одна птица, мне кажется, так не поет. Вот как вот эта как горлица. Да. Вот. То есть, да? Как будто где-то сдалека. Вот. Да. Воякует. Голуби вообще шикарные. Просто какая-то райская птица. Ну, венценосные голуби привыкли уже сидеть здесь. Они даже не заходят на траву, там редко. Ой, ой, о, голубь да. Пристает. Нормально вообще? Ухожу, я нашел. Видишь, себе. Друзья, так ну, поднимает думаем, крылья и бьет так крыльями. Поголится, за ним все равно ухаживает. Ой, ты красивый. Вот это, который снимаешь, это называется вероносный. Который у него нету короны, вот это белые. А он веревку, как бы, или так должно быть у него. Между двух, это у него веревка. А, застряла, да. Все? Да. Оп-оп-оп-оп, есть, да. Зацепил где-то. Скажи Андрею, чтобы этот сняли. На лапку. То есть вот без этих белых плохо видно. Пока мужчины разговаривают, я погоняюсь за этими голубями. Не знаю. У меня к ним какое-то такое трепетное отношение. Хоть на Бали. Я тебя поймал, но боюсь верить. Да. А у нас Марио открывает все двери, все показывает новенькое, что будет. А кто тут? Это будет вольер китоглавы. Китоглава. Да. А пока что павлин. Индийский побежал. Зеленый, да. Я тут по бегам. Китоглав очень, друзья, редкая птица. Очень интересная. Так что, когда здесь будет павильон,
можно будет прийти посмотреть. Птицы на самке какие-то стяжненькие. Может, потому что молодые. Почему такие носовые стяжненькие? Потому что молодые? Ага. Молодые. Что они такие какие-то неуклюжие? Еще да, еще не оперились даже до конца полностью. И окраску не поменяли. Окрас такой. Вообще прыгает, как заяц. Ну, этот уже побольше, уже какой-то хвост там. Да. Наметился, да. Но это будут очень красивые, друзья, птицы. А нам еще раз. Нет, нет, открываются. От ногой бы верблюжонок. Скажи, привет! Да, скажи. Привет, скажи. Если вы жители Краснодара или кто-то приезжаете сюда, заходите. Да. Ой, Лапушкин, да, да. Ты меня принял, мама? И хорошо, говорил. Верблюда у меня еще в доме не было. Бутылка с молоком, скажи, где? Хорошенький такой. Цвет такой прикольный. Сильно не радуйся, так сильно так не радуйся. Поесть, скажи. Скажи, что-то не понял, скажи, что просто так, да? Просто так? Скажи, погладили и все? Кормить не будут? Да его даже видно вот так через ворота. Можете увидеть. Со стеклом. Гиены должны быть. Как я люблю, когда вот так мужчины-созидатели идут, обсуждают, смотрят, и на одной волне тигра. Тигра увидел хозяина. Что-то можно тоже купить, корм, кого-то покормить. Это был остров лемуров, насколько я помню. Не знаю, как сейчас. Вон там плавучий был, мы на него катались. О, да, сидят лемуры. Ага. Ой, сколько малышей. А тут прямо совсем мои пунечки. Мама, и ты не боишься, да? Не боимся. А эти куча мала. Друзья, вы видели где-то такую кучу желтеньких, хорошеньких, симпатичненьких малышей. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Зашкаливает мими-то. Ну, у нас впереди бегемотиха Жужа. Не кормить, но ей принесли вкусняшку. Веточки ивы.
А зажужжи верблюды, страусы. Я думала, это Коша. Нет, это Жужа. Тоша сейчас отдыхает. А, таких двое? О, опа, опа, опа. Молодец. Жужа, ты пошли снимать. Может, это девочка, Тимур? Нет, это мальчик. Мальчик? Жужа. Какая Жужа. Как хорошо, что здесь на солнечном острове много воды. Конечно, хорошо таким животным, когда столько воды много. Вольер с жирафом. Тут у нас два жирафа в сафари-парке. Друзья, а я хотела бы... Там у нас выход. А я хотела бы у вас спросить, как давно вы были те, кто живут в Краснодаре или рядом там в Адыгее, как давно вы посещали свой сафари-парк. И попросить, что обязательно нужно, если рядом с вами есть достойный зоопарк, тайган, сафари-парк на солнечном острове, есть много хороших зоопарков, приходите, планируйте выходной свой день так, чтобы погулять, посмотреть животных. Во-первых, ваши дети, и вы будете добрее. Во-вторых, вы поддержите этой входной платой, вы поддержите вот таких энтузиастов, как Марио, как Олег Алексеевич. Это оценка их работы. И вы поддержите животных, которых нужно все время кормить. Ой, цветочки. За которыми нужно ухаживать, пятнистые гиены. И зоопарки всегда требуют очень много финансовых вложений. И на еду, и на работников. Поэтому вам приятно вы проведете время. И зоопарком будет... на что кормить животных, вот, и платить сотрудникам. Планируйте свой день со своими детьми так, чтобы поддержать зоопарк.